В Актобе в период подтопления жителей дачных массивов временно разместят в специальных помещениях. Жилые корпуса могут вместить около 100 человек. В них тепло и есть все необходимое, чтобы переждать паводок. В это время коммунальные службы усиленно вывозят снег с территории города и сельских округов. Львиную долю всей запланированной работы уже завершили. Русла рек очистили от камышей, подготовили балки, кюветы и водоотводные канавы для талой воды. На противопаводковые мероприятия в городе выделили 68 миллионов тенге. Задействовали более 200 единиц спецтехники. Наготове стоят насосы, водооткачивающие машины и автоцистерны. Главная задача – это как бы не допустить подтопления. В целях предупреждения ЧС мы все силы, все средства бросаем туда. 7 марта планируем вот обход дачных коллективов. Эвакуация будет проводиться только при необходимости.